интерес у подрастающего поколения к кинематографу есть, но он больше, по большей степени потребительский и по большей степени постоянно меняющийся в связи с тем, что постоянно меняются форматы. Вчера это был полный метр, сегодня это сериалы или TikTok-видео короткие. Кроме того, простота производства сегодня видеоконтента, когда у каждого в кармане есть телефон, который прилично может снять и записать звук, она перестает делать это дело каким-то чудесным, волшебным, каким-то чудом. Поэтому больше всего приходится времени уделять и внимание на, именно на семантику, на смысловое наполнение того, что все снимают. Я в этом смысле считаю, мы находимся в правильном месте и в правильное время. Теперь, когда снимать уже может каждая собака буквально, у меня есть устройство для собаки, прикрепляется камера для нее. Самое время пришло думать о том, о чем мы хотим говорить. До этого у меня не было опыта работы с детьми как такового, что касается моей актерской профессии. Но впечатления у меня очень хорошие. Я не ожидала, что я увижу такие светлые лица, такие заинтересованные лица, потому что в их возрасте, я помню себя, я и была не такой. Потому что я училась в училище хореографическом, и все, что я хотела, это погулять, чтобы, не знаю, куда-нибудь съездить и ничего не делать. Но они развиваются разносторонне. И видно, что их действительно интересует то, что они делают. А здесь они, я так понимаю, делают какие-то работы, они снимают. То есть они соприкасаются с кино напрямую. И это, я считаю, это уникальная возможность. И было бы хорошо, если бы такой опыт можно было передавать еще в другие города. Это наш край.